Недавно в сети Instagram была выложена ложная информация о предоставлении земельного участка на дороге общего пользования. По поручению главы города с выездом на место был определен земельный участок, который расположен в Карабулакинском районе, село Манаскент, улица Садоводческая, 18. Данный земельный участок расположен в границах муниципального образования Карабулакинский район, что подтверждает публичная карта. Разделение города Каспийска и Карабулакинского района по улице Маячной. Земельный участок с кадастровым номером 0509 подтверждает принадлежность муниципального образования Карабулакинский район и находится в селе Манаскент по улице Садоводческая, 18. Данный земельный участок никогда не входил в границы муниципального образования город Каспийск. Запрошена в управление Росреестра информация о первичной землеустроительной документации, которая будет передана в Карабулакинский район для разбирательства по данному факту. Юридическая служба администрации города Каспийск готовит исковое заявление в суд на подателя фейковой информации, а также в Instagram для снятия ролика с публикацией.